ребят, а пойдемте в аквапарк Карибио. Он тут рядом, 5 минутах ходьбы от метро Перово. И это самый близко расположенный к центру города аквапарк. И вы только представьте, когда мы зайдем, мы сразу попадем в тропический рай среди шумного мегаполиса. Пойдемте и вы с нами, друзья. Нас ждет незабываемый отдых. Пошли! Чем пройти через рамку металлоискателя, все металлические предметы и телефоны нужно оставить вот в таких лотках. Также вход в аквапарк с едой и напитками запрещен. Но если у вас случайно оказались с собой еда или напитки, вы можете оставить их на охране до окончания посещения Карибии. Для покупки билета вам нужно пройти на ресепшн аквапарка. Но прежде мы сдадим нашу верхнюю одежду в гардероб. Кстати, гардероб и вход с подземной парковки расположены на минус первом этаже. И теперь мы готовы приобрести билет. Но перед посещением аквапарка необходимо ознакомиться с краткими правилами и поставить свою подпись. Сетка тарифов вы можете предварительно ознакомиться на официальном сайте аквапарка Карибия или же непосредственно на ресепшн. Также, если вы приобрели электронный купон на скидку, вы должны его распечатать и предъявить кассиру. В аквапарк вам следует сменить уличную обувь на обувь для аквапарка или же просто надеть бахилы. А сейчас я вам покажу, что нужно взять с собой для посещения аквапарка. Это пляжные тапочки, купальник, мочалку, гели для душа и полотенце. Основным платежным средством в аквапарке являются браслеты. Они бывают разных цветов. Желтый для детей и красный для взрослых. Для прохода в аквапарк просто пристаньте ваш браслет к отметке на турникете. С этого момента начался отчет нашего пребывания в аквапарке. Если вдруг вы забыли взять с собой деньги на территорию аквазоны, ничего страшного. На вашем электронном браслете есть кредит 2500 рублей, которые можно потратить на кафе или дополнительные услуги аквапарка. Я хочу переодеться. Могу ли я воспользоваться этой кабинкой? Конечно, вы можете воспользоваться этой кабинкой, здесь переодеться. Для того, чтобы закрыть кабинку, вы изнутри опустите планочку, и она заблокирует эти двери. Спасибо, ну я тогда пошла переодеваться. После того, как вы переоделись, вам нужно положить вашу вещь в специальную ячейку или шкафчик. Для этого вы берете свою вещь, кладете ее, плотно закрываете шкафчик, и в течение 5 секунд вам нужно приложить ваш браслет к специальной отметке. И если там написано lock, то это значит, что ячейка закрыта. Проверяем. Да, она и правда закрыта. +30, а воды +29 градусов.
можете перекусить, когда проголодаетесь. Все покупки записываются на ваш браслет. Здравствуйте, а можно мне сэндвич? Лежа на спине, руки скрещены на груди. Запрещается ездить детям меньше 120 сантиметров ростом. Запрещается также находиться в состоянии алкоголя, наркотического опьянения. Держаться за борта горки во время спуска, вставать на ней и отплывать не в нужном направлении. Правильное направление – это прямо от горки отплывать. Крокодил, водные черепахи и игуана. Аквапарк работает с 10 утра до 10 вечера. За это время вы должны выйти за турникеты. Рассчитывайте свое время, ведь после 10 вечера за каждую минуту придется доплатить. Перед выходом за турникет я должна оплатить все, что потратила в кафе. Для этого я отдаю свой браслет кассиру. Теперь можно выходить за турникет. Красный день. Карибия подарила нам кусочек лета и массу положительных эмоций. Мы обязательно сюда вернемся. До встречи, Карибия! Пока!